мать и отец родились в свое время в еврейском местечке, мать в Киевской области нынешней, отец в Винницкой области. И в силу своих семейных обстоятельств всяких им удалось переехать в Одессу, поскольку там, где они жили, там и погромы были, и были очень тяжелые условия жизни. В семье у нас соблюдались все еврейские праздники, все обряды, но они не были ортодоксами, они были очень современными, очень светскими людьми. Они вас воспитывали, ну, конечно, по всем еврейским традициям, и дом у нас велся такой очень интересный со всеми традициями соблюдавшим. Вместе с тем, когда муж, например, я уже родилась в 19-м советское время, они абсолютно не препятствовали нашему воспитанию в духе современности. Они были очень современными людьми. И поэтому они нас воспитали, наверное, честными, порядочными и любящими жизнь. Потому что по рассказам наших родителей, их молодость, их жизнь была в свое время очень тяжелой. И они радовались каждому дню, что они имели возможность дать нам и образование, прививать культуру и получить высшее образование, что было совершенно для них недосягаемо. Они бы стали сами патриотами и воспитывали нас, кроме того, что нас вообще общество воспитывало в духе патриотизма, и школа, и институт, и они в семье нас тоже в таком же духе воспитывали. Поэтому мы стали такими, какими мы есть.